Друзья, всем привет! В этом видео я хотел бы поделиться с вами одним очень интересным SEO-проектом, и я уверен на 100%, что он вас заинтересует, и вы либо будете следить за ним, либо проинвестируете в него свои средства. Итак, речь пойдет о проекте с названием Altair VR. Это виртуальная Википедия, управляемая сообществом. Это первая VR-платформа. Познание мира, построение на технологии блокчейн. Проект предлагает не тратить время, а инвестировать его в свое развитие. Контент на платформе создается пользователями по предпочтениям сообщества на тендерной основе и софинансируется платформой. Рынок виртуальной реальности в ближайшие годы будет расти необычайно высокими темпами. При этом рост доходов от программ виртуальной реальности прогнозируется более чем в 30 раз, а в 2018 году количество активных пользователей виртуальной реальности достигнет в отметку 171 миллион человек. Открытая познавательная платформа, куда вы сможете добавлять свой VR-контент и монетизировать его. Низкие комиссии на платформе, всего 10% от стоимости приложения, что в 3-4 раза ниже, чем традиционные. Площадка будет финансировать и спонсировать создание контента на тендерной основе, исходя из предпочтений пользователей. Ваш собственный гид по площадке, работающий на нейросети, будет запоминать ваши предпочтения и подбирать для вас новые опыты. Большинство существующих VR-приложений предлагает нам потратить время на Altair VR. Вы будете инвестировать время в свое развитие. Следующий этап Altair VR – это создание площадки для виртуального познания мира в обучающей и игровой форме, своего рода виртуальная энциклопедия, как по всем естественным наукам, таких как химия, физика, биология, естествознание, география, история, так и в целом по всевозможным направлениям жизни. Проект делает энциклопедию, в которой любой желающий сможет создавать свой собственный контент и делиться своей интерпретацией знаний. Контент на площадке будет создаваться по предпочтениям пользователей, выбираться путем голосования. Но у проекта также есть и свои минусы и недостатки. Основной минус проекта, я бы даже сказал, единственный минус у проекта, это является малая распространенность очков виртуальной реальности. По различным причинам, кто-то не может себе их позволить, а кто-то не видит в этом нужды, так как данные очки виртуальной реальности стоят немалых денег. Компания Altair VR желает, чтобы в каждом доме, где есть ребенок, было данное устройство. Потому как, установив приложение компании, вы сможете показать своему ребенку, как живут и размножаются микробы, исследовать кровеносную систему человека, посетить разные планеты Вселенной, увидеть большой взрыв вблизи, очутиться на месте метеорита, увидеть его полет на Землю его глазами, участвовать в исторических сражениях, познать, как работают молекулы и попытаться из них создать новое вещество. И это далеко не весь спектр возможностей Altair VR. Команда давно занимается образованием детей и знает, как в приятной и понятной форме подать вашему ребенку важные знания. Таким образом, вы сможете привить своему чаду любовь к науке, подготовить его к школе, которая потом не будет вызывать у ребенка негативных эмоций, а станет для ребенка новым кладезем информации. Компания планирует выпуск приложения Amazing Cinema, которое будет симулятором планетария в ваших очках. Очки виртуальной реальности – это неограниченная платформа для полета фантазии. Вы сможете полететь в глубокое прошлое и увидеть, как жили динозавры. И все это в 360 градусов, что просто прекрасно, друзья. Что касаемо продажи токенов, то общая эмиссия токена составляет 1 миллиард токенов. Дополнительной эмиссии не будет. Минимальная покупка составит 0,05 Этериума. За 1 Этериум вы получите 10 тысяч токенов. Все токены для команды будут заморожены на 1 год. После выпуска платформы смарт-контракт будет ежедневно сжигать 1% от оборота токена до тех пор, пока не останется 10% от изначальной эмиссии токенов. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч.